Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим французские тосты. Для этого возьмем 3 яйца, 200 грамм молока, добавим 1 ложку сахарной пудры и добавим щепотку ванильного сахара. Перемешаем все это в однородную массу. На сковороде растопим сливочное масло, возьмем хлеб для тостов, обмакиваем в яично-молочной смеси и обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета. Обжаренные французские тосты польем медом, добавим свежую клубнику, свежую голубику, добавим листочки мяты, сверху посыплем сахарной пудрой. Французские тосты готовы. Приятного аппетита! А эти и многие другие свежие продукты вы можете заказать в мобильном приложении «Мой Спар». Thank you.